Моя жизнь – это любовь, творчество, дизайн, субкультура и улица. Очень многое в моей жизни определяет любовь к близкому человеку. Любовь помогает понять суть окружающих меня вещей. Вне зависимости от проектов, которые делаю или в которые я вовлечен, без творчества и качественных творческих концепций никуда. Творчество должно быть честным. Дизайн для меня – это второй язык, инструмент для общения с окружающим миром. Это мой собственный порядок положения вещей, который делает мою жизнь гармоничной. Улица – мое главное вдохновение. Хоть я не активен сейчас в граффити, это все равно для меня целая наука и база для всех моих идей. Мой стиль – это уличный стиль. В прошлом, настоящем и будущем.